Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай. Смотрите, какой бак забавный. Броня силовая вроде тут стоит, а вроде как и нет. Любопытно. Так вот, меня зовут Валдай, и мы продолжаем проходить Fallout 4, мать его. Задание по поводу корабля Constitution. Смотрите, как кончаются очки действия. У нас сила, потому что батарейка, и заменить ее типа особо нечем. Ладно. Придется тарабоньку где-нибудь сейчас бросить. Хотя, по идее, написано, что ядро 39%, я что-то не очень понимаю. Судя как все нормально должно быть, но что-то нифига нормально, он еле ходит. Перегруз? Перегрузы... А, ну да, перегруз небольшой у нас. Слишком много вещей. Хорошо. А, помощь. Бафаут. Нет, бафтаты, да? Да, бафтаты, пожалуй. Да, очки действия пошли вперед, все нормально. Ну, это прекрасно тогда. Ну что ж, продолжаем этот замечательный квест и продолжаем двигаться. Теперь нам нужно починить какие-то там гребаные насосы. В общем, этот корабль реально дрос болтами, которые мы чиним, чиним, чиним. А что толку, нафига, зачем? На кой хрен нам это вообще нужно? Понятия не имею. Но пока даю деньги, в принципе, я готов и починить. В общем-то, погнали, короче, друзья. Я в силовой броне, поэтому могу прыгать. А ты уж, Кейт, извини. Как-нибудь сама-сама справишься. Можно на секундочку карту, пожалуйста? Далеко ли мне идти? Да прилично, вообще-то да. Давайте тогда переместимся, мы же там уже были. Сэкономим немножко времени. Цех сборки машин Корвега. Там у нас заседали рейдеры, одна из первых серий, помню, да. Это как давно было. Серии 100 прошло, наверное, не меньше. Ну, по крайней мере, здесь уже все вычищено, то есть, по идее, нас не должно парить. Кстати, действие бафаута кончилось, поэтому предлагаю новый бахнуть, потому что я все еще перегружен адски. Кто там? Тролль с пулеметом и рейдер, то есть это исполнили все такие сволочи. Ладно. Ну, сейчас машина рванет. Ой-ой-ой, новый уровень, хорошо. Лол, он пошел в рукопашку с ней драться. Оставь его мне, дорогая. Что ж ты. Блин, я же всех вас убивал уже, какого хрена опять респауниваетесь? Это нифига не честно, по-моему. Твою мать. Готов, родной. Да стоит уже там, наконец, ну. До свидания. Череп в крошке. Короче, пошли. Так, может, долго с ними воевать, но их нахрен. Шериф снова в городе, сучки. Настало время умирать, если там кто-то, конечно, из живых есть. Вонючие рейдеры. Я пришел сюда за подшипниками, и я их возьму. Здравствуй. Так. Ну ладно, я подожду, пока пусть пригорит, ничего страшного. Я, в принципе, никуда... Да мать твою, ты издеваешься, что ли, надо мной? Здрасте. Ух ты, привет, родная. Точнее, родной. Тупо, что вы все-таки респаунитесь, реально тупо. Очень. То есть я здесь уже был, я здесь уже все это зачищал и проходил только другим путем. Я оттуда вышел, откуда я только что вошел. Ну, в общем, неважно.
Тихо. Я думал, это Кейт. Вот так вот, да. Сам Анклав пожаловал к тебе в гости, ублюдок. А ты что думал? В сказку попал? Кусочек рейдера. Хороший рейдер, мертвый рейдер. Так, ладно. Техническая документация. Хорошо, нам, по-моему, ниже, да, или куда нам? Я чуть не очень отстреливаю, куда, но пойдем посходим ниже, посмотрим. Да, говорит, возвращайся, только начал веселиться. Да я, собственно, никуда не тороплюсь, уходить я тут, не переживай. Ладно, я подойду. Как можно промазать-то так, ну? Да господи ты, боже мой. Хорошо. Гребаная турель. Начнем с тебя тогда в таком случае. Давай. Погнали. Кажется, ты проиграл. Друг твой тоже, кажется, только что проиграл. Бутылка из-под молока. Ну да, здорово, конечно. Ладно, лутаем. Кухонные весы. Так, поехали, патроны. А, ну да, гули. Я про вас уже и забыл. Так, турель. Блин, реально, прошло 100 серий, это место помню очень хорошо, на самом деле. То есть, реально помню, что тут и где. Вопрос, как дальше-то куда? Давайте смотреть на мини-карту. Ну, типа, вроде как не сюда куда-то, в другую сторону. Очевидно. Ну, в другую, так в другую. Какие вопросы? О, хорошо, наконец-то. Я уж думал, все в молоко уйдет, все мимо. Но все-таки прокнуло. Бесшумный убийца. Кстати, бесшумный убийца, надо, наверное, все-таки немножко похавать что-нибудь. Или вон пара воды. Чёртова турель. Ну что ты делаешь? Я же не могу двигаться, у меня кончилось действие, что-то там, и в итоге я перегруженный снова. Мать его. Сейчас опять принимать бафаут. Точнее, таты у нас кончились. Ну, тогда бафаут, да. Точно будет зависимость от бафаута потом. Так, какие-то там крышки. Я не всем отстреливаю, куда мне нужно. Какого хрена я тут бегаю-бегаю и так не могу найти то, что я зачем сюда пришел. Сраные подшипники именно. Нафига я вышел в сотрудничество? Не знаю. Вообще, мне сюда, может, мне не сюда, вот, может, не этот завод, может, где-то на улице. Давайте глянем на карту, потому что я очень не очень понимаю, как-то я слабо ориентируюсь в этой силовой броне дурацкой. Я вообще послетал бы и оставил бы ее куда-нибудь. Карта. Ну, теоретически, да. То есть мне не сюда куда-то, по-моему, да? Или я не знаю. Нет, все-таки сюда. Сюда. Просто надо их там найти. Хорошо. Поищем, найдем. Ничего страшного. О, хорошо, как вошло. Сытно как. Ну окей. Предположим.
Консервированное мясо, да? Нет, спасибо, не хочу. Так, ну окей, что теперь-то? В итоге куда-то трап показан вроде как. Странно, ни хрена непонятно. Как туда попасть? Показан на выход. Какого лешего? Привет, родной. Какая жесть. Просто фарш. Сейчас, сейчас, подожди, до тебя доберусь тоже, не переживай. Где ты там? Ну это чудненько. Кританули, так сказать. Все-таки я не врубаюсь. Какого хрена мне показано на выход? Что за дерьмо? Уже, кстати, не показано, по-моему. Не, я что-то вообще ничего не понимаю, это в таком случае. Так, где-то типа там. Так, ладно. Поехали искать. А что нам еще остается делать? Подъем, говорит. Главная линия сборки. Вот может типа здесь где-нибудь? Кстати, да, похоже на то. Рейдер. Вот там был, кстати, наверху жесткий рейдер, я помню. Вот типа ты похож. Ну что так больно-то, ай? Офигеть. Рейдер, тварь, рейдер. Ну давай. Отъехал, родной. Фу, хорошо. Как-то жестко, конечно, с ними воевать, реально жестко. Ну что, где там последний? Привет, родной. Не, подожди, отмена. Да, короче, вообще в топку. Отмена всего. Отмена операции. Вот так. Морковочка у него была. Круто еще. Ладно, приплыли. Вот то, что нам было нужно. Подшипники для трубонасоса. Класс. Крышки, патрон калибра 44. Тактический какой-то крутой пистолет. Сколько весит? 6,1 могу себе позволить взять. Ну а калибр 44 нас им очень даже хорошо. Терминал мы уже использовали, поэтому неважно. Все, на выход. Просто валим на выход, друзья. Ух ты, мать, вы здравствуйте. Меня тут же, оказывается, ожидают. Но это, впрочем, не проблема. Поехали. Угу. Вот и все. Давай, до скорого. Офигевшие. Так, стимулятор. Ну все, в принципе, выходим. Ну что же, это было эпично. Хоть и по второму кругу, потому что мы уже в этой локации были, но это именно на этом заводе уже защищали этих рейдеров и... Тупо просто я уже знаю, где они сидят и что там от них ожидать. Но, тем не менее, это было эпично. Снова здесь цепочка, кстати.
Я уже открывал, помнится. Ладно. Ну что ж, давайте быстрое перемещение в таком случае. Давайте, наверное, переместимся все-таки в этот, в наш старый добрый Diamond City. На рыночек. Оставим там силовую броню, соберем себе, то есть поменяем там, снимем, короче, нагрудник, поставим, да, куда нужно. Какого хрена не перемещается рынок Diamond City? А, вот оно что. Вот оно в чем дело. Теперь, говорит, мы оторвемся. Так, ну что, кто тут еще? Где желающие еще есть, нет? Надеюсь, теперь можно переместиться. Так, рынок Diamond City. Проверим еще раз. Ай, твою мать, все еще не могу. Даже не охота их уже лутать, просто охота уйти и все-таки переместиться. Вот, кстати, убила она последнего, кажется, рейдера. По крайней мере, хочется на это надеяться. Давайте, значит, проверим тогда еще раз. Наконец-то. Фу, хорошо. Охота уже закончится этим квестом, но для начала надо впарить кучу всякого хлама, который у меня есть. Притом любому торговцу, неважно. Осторожненько, тут радиация. Да ладно, это донышко одно с тобой, так что не переживай. Как ты где-то не того это самое писаешь. Забавно. Давай, Артура, некогда мне тут с того это самое болтать, просто показываю, что есть. Так, крышки есть, самое главное, поехали тогда. Так, так, так. Плазменная мина, пожалуйста, вот это вот. Карабин. Так, далее. Обычная боевая броня убогая. Я бы на самом деле еще очки впарил бы и всякую эту штуку, потому что я все-таки хочу прокачать до конца сейчас себе харизму до 10, и тогда все будет ровно у нас. Поэтому впарим, наверное, все-таки так. Баффинт, винт. Тут, в принципе, продавать-то особо и нечего. Да, по-моему, тут продавать реально особо нечего. Ну, давай стелбоев парим. А, у него столько нет денег. Хорошо. Ну, так, ладно. Фиг с ним там уже. Остальное себе на чай оставишь. Кстати, а где моя силовая броня? Чё-то не понял. А, внутри же у нас точно. У нас там еще одна стойка же есть. Да-да-да, вот она. Хорошо. Тут у нас просто уже такой целый комплект реально силовой брони, это просто офигеть. Но тут вы понимаете, что я заберу и ядерный блок, и туловище. Ядерного блока нету, ядерного блока нету. Ядерного блока нету, хорошо. Так, подожди, как это использовать получается, да? Выбрать. И починить. Модифицировать. Б3. Накраска такая же, пускай будет. Hot Rod пламя. Модификация. Сетки крови. Уменьшение вероятности возникновения зависимости от препаратов. Неплохо. Но есть и другие вещи получше, поэтому пока нет. Выйти.
Просто посмотрите, как она выглядит. Вот это я понимаю, вот это да. Да, охренительно. Матерь Божья. Ты там что, котлетки готовишь? Ой, какая молодец, смотри, реально что-то там делает. Крутяк. Отойди, пожалуйста, я тоже хочу поиспользовать немножко. Рад таракашек пожарить. Святое дело. Так, напитки не могу, служебные не могу, супы тоже не могу. Все, отлично, выйти. Нормально. Так, у нас эти левел ап, давайте сразу прокачаем. Даже два уже получается, нифига, а что это я не заметил-то? Так, итого харизма. Подожди, почему у меня... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, все правильно, два уровня еще. Ну, давай, трай, выбрать. Выбрать. Все, харизма 10. Охерительно. Теперь бы пошел бы, кстати, за пугиня взять. Покорите всем, кто тут главный. Оставьте оружие на человека, который меньше вас по уровню, чтобы получить шанс усмирить его. Потом дальше что у нас будет? Усмирив человека, вы сможете оставить его такая от ваших врагов, либо усмирив человека, вы сможете им командовать. Крутяк. Реально крутяк. Так, ладушки, я в итоге не перегруженный, получается, правильно? Посмотрим, что у нас там по весу. Потому что падло продаваться, охота квест завершить до конца. Так что давайте быстренько сейчас поглядим. Быстрое сохранение, всякий случай, какая-то перегрузка была долгая. Предметы. Так, 363, 140. Как-то так себе, нет, я перегружен все еще, поэтому нам все-таки продать будет кое-что. А что? Да, могу халам сохранить, правильно? Правильно. Вот с этого и надо было начинать. Я про это, как всегда, забыл. Сохранить весь хлам. 334, 340, отлично. Ну, потом тогда будем разбираться, подрывать потом будем. Погнали, короче, нафиг. На Конститюшн обратно. Так, карта. Конститюшн. Переместиться. Шикарно. Блин, харизма 10, это, конечно, кайф. Как-то я провтыкал один уровень даже, получается. Забыл его прокачать и бегал с непрокачанным уровнем. Странно. Ну ладно, в принципе, что-то. Ну уж какая разница. Ничего страшного. Пусть будет. А то сейчас сразу раз, и харизма от 0 до 10. И теперь уже по-любому нам получится уговаривать всех, не применяя при этом никаких дополнительных вещей. Так, лодочку, пожалуйста, пустите меня. Спасибо. Жалко, конечно, боезапас не пополнили. Ну да ладно. Ну да ладно. А то подъем реально быстрый получается очень. Так, первый какой-то капитана по-быстрому и там насосы прикачать. Помню, помню, умею, могу. Турбонасос. Вставить подшипники FLL3 для турбонасоса. Вы аккуратно вставляете подшипники и закрываете камеру сгорания. После этого восстанавливаете собранный турбонасос на место. Готов к работе. Теперь обратно капитана поговорить. Это я могу. Это запросто. Уменьшить подачу энергии на правый борт. Так держать, штурман. Если повезет, мы наконец... Блин. Поднять паруса. Теперь, когда старт совсем близко, о секретности можно забыть. Наши две ракеты NX-42 включатся и позволят нам покинуть эти жуткие вклады и займы. Конститюшн летит в небеса и мягко приземлится в океане, и тогда мы по праву станем защитниками Атлантики. И что вы сделаете? Блестящая идея, верно? Штурман, действуйте, нам нужно... Мерзавцы, готовьтесь дать им залп, прощайте, защищайте Конститюшн до последнего. Вот ублюдки, а. А жарит-то неплохо, кстати. Чем я там по здоровью вообще? Нормально, пока терпимо.
патронов они потом должны будете, короче, кучу целую, потому что вы запарили, блин. Ах, рука. Рука моя, рука. Нужно еще, пожалуйста, предметы. Антирадин. Еще давай рубильник дернем. Что-то больше, походу, дело не работает. Да, мать твою, промазал. Убили. Жестянку-то. Блин, что-то нас сами как-то жестко. Жестковато. Почему часовой враждебно настроен против меня? Я еще не очень могу понять этого. Впрочем, ладно, не важно. Блин, они так-то уже реально там на подходе где-то. Ой-ой-ой. Ребятки, стойте. Стойте. Ладно, неважно, один прошел, там бьют турели по-любому. Здорово. Лоу, конечно, прикольно. Не пущу. Я предупреждал. Я ж предупреждал, предупреждал. Вот и нефиг. Часовой летает тут. Понимаешь ли? Мистер навигатор тут же. Дай пройти, пожалуйста, мистер, мать твой, навигатор. Ладно, неважно. Там обойду. Или еще мне все, можно вернуться обратно? Ну, кажется, да, кажется, зачистили. Фух, жестко. Это было жестко. Дай пройти, дай пройти, дай пройти, мать твою, ну! Какой антирадин? Ну что ты делаешь, господи, боже мой, идиот. Ладно, неважно, очищенная вода, парочка. Вот этот легендарный, мать твою, это будет фигово. Так, ладно, состояние, стимпак. Ой-ой-ой, какая заваруха, вот это понимаю движение. Боезапасы кончились. Жесть какая, просто жесть, конечно. Помогу, помогу. Я сразу обыскать надо его, потому что он легендарный. Остальных можно, в принципе, не трогать даже. Патроны, патроны. Молниеносный пистолет. У нас, по-моему, такой был уже, поэтому продадим. Ну ладно, на халяву, в принципе, пойдет. Вполне себе. Все, врагов нет. Снизу еще остались пацаны. Здорово. Больно, блин, мать его, делают ублюдки. Еще один легендарный, кстати. Тем временем у нас здесь. Патроны. Мутировал. Ну, убей ты уже наконец, ну.
Бум. Отлично. Так, пожалуйста, стимпак один. И продолжаем диалог. Жестко, конечно, заваруха вообще лютая просто. Сколько трупов? Сколько нам потом тут лутаться предстоит? Это ж просто пипец. Это ж просто нереально. Выполнено. Да еще же не все тут сдохли, вон еще же остались. Пацаны. Вообще ничего не отнимает, короче, просто забей. Да блин, с чего по тебе стрелять-то? Я не знаю уже, мать его. Это явно не то, что я хотел сделать. Да, хоть с этого постреляем тогда. Угу. А где он? Куда исчез, мать его? Наверх пошел? Наверное, да. Капитана только главное охранять. Капитан, чтобы не умер. Эти-то пофигу на них, охранники. Жесть, какая заваруха, конечно. Вообще трэш. Фу. Я ж немножко вспотел. Так, ну что у нас тут? Все живы, все окей? Вроде да. Ладно, пообщаемся. Продолжаем, на чем мы там остановились. Атака отбита, экипаж приготовится к старту. Поздравляю, капитан. Осталось только одно. Мы не можем пройти в путь, пока у нас не будет запасного генератора. Боюсь, что мне придется еще раз просить вас о помощи. Ну ты что, издеваешься? Считай, что все уже сделано. Я восхищаюсь вашей отвагой. Вот ваша заслуженная награда. Счастливого пути, сэр. А, у меня же был уже, я нашел уже генератор какой-то, да, по-моему? Залп. Офигенно. Смотри, 109 урон. Пушечным ядром стреляет. Ох ты, мать твою, это реально пушка, стреляющая пушечным ядром. Офигительно. Штатный ствол, штатная рукоятка, штатный боезапас. Вот, говорит, ваша награда. Включить запасной генератор. Давай включим. Чего уж там. Офигительно, конечно, вообще. Просто офигительно. Так, где он там включается? Ниже. Где-то здесь. 3, 2. Не совсем отстреливаю где, только не могу понять. Блин, а можно мне как-то... Что у меня там с перегрузом? Да дофига мне там по перегрузу. На 15 секунд силы, это неинтересно, блин. Ладно, придется ходить медленно. Где включается запасной, мать его, генератор или что там? Все, гейт в норме. Ниже, понял где. Сейчас спустимся тогда. Ладно, потом их залутаем, не будем сейчас заморачиваться по этому поводу. Я, кстати, могу Кейт отдать какие вещи, я забыл про нее совсем. Иди сюда, Кейт. Давай. Мое оружие, давай, залп. Сколько весит? 27,4, офигеть. Ну ты все, считай, что не перегружен больше. Так, дорогу. Странно показано на улице. Что-то я вообще не отстреливаюсь с тем квестом, как-то уже немного начинаю путать, что к чему. Так. Ну давай же, грузись наконец. Метров обратно вверх. Какого хрена вообще? Я ничего не понимаю. What the fuck is going on? Мне сказано было включить запасной генератор. Теперь мне сказано вниз опять идти, потом скажут опять на улицу. Я ничего не понимаю. Тут все окей. Хорошо. По второму кругу. Открыть Constitution.
Здесь ничего нету, показано ниже. Окей, прыгаем вниз. Вот он, легендарный мусорщик. Давайте хотя бы его обыщем. 20% шанс повредить ногу цели. Показано опять ниже, видите? Я что-то вообще не понимаю. Какого хрена тут происходит? Странно это все, очень странно, короче. Ай, пожалуйста, спустись, мать твою. Слишком много вещей, вы не можете бежать. Печально. Кейт, иди сюда, короче, давай, родная. Обмен. Так, мое оружие. Сейчас по-быстрому. На. В итоге, смотри, да, мне показано опять на выход. Я ничего не понимаю, какого хрена. Ну-ка, по квестам еще раз, задание. Включить запасной генератор. Где, мать его, это сделать? Вот в чем вопрос. Я выйду, ладно. Похер. Второй раз пробежал весь корабль. Так ничего не понял. Ну, прибор на корабле должен быть, правильно? Иначе где еще он может быть? Запасной генератор. Так, смотрим еще раз. Не понимаю. Реально не понимаю, где. Просто хочешь, чтобы эта херовина уже отсюда улетела. Она уже завелась, уже все тут, по идее, на мази. Осталась сущая мелочь. Может, здесь казначей корабля, кстати. Ну-ка. Любопытно. Ай, ладно. Да ладно, давайте давай просто в следующей серии, друзья. Потому что, ну, так просто нереально столько времени продолжать. Одним и тем же заниматься, нам реально пора заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. Для вас играл и комментировал Валдай, это была игра Fallout 4 на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.